Так, ну что у нас сегодня 18 января. Я снова в кузнице. Привет, привет. Андрей Владимирович, там позади меня Павел Григорьевич. Андрей Владимирович продолжает работу с рыбами. Сейчас у него получается 4-я филейка. И потом у нас самая сложная голова, там хвост и так далее и тому подобное. Да, Андрей Владимирович? Да, детально. Это закончу, буду заниматься головой. То есть план у нас такой. Нижняя челюсть, голова, глаза, хвост. Вот. И потом это надо все подогнать, смотреть, как получается, на прикладочки собрать и подкорректировать, и все, и заварить, да, зачистить, готово будет сделать. Ну там работы очень много на самом деле. Знаете, я так быстро рассказал. Да, то есть там опять будет монтаж, ребята, и это все будет буквально там в 20-40 минутах вы увидите весь процесс изготовления рыбы. И кого там? Да все там нормально. Так. Что там? Все там нормально. Вот все там в этом. Это у нас Павел Григорьевич, видите, улыбается. Павел Григорьевич снова отлынивает от работы. У его муза, он ищет музу по кузнице ходит. То есть сейчас он найдет ее, и он сейчас что-нибудь придумает. Да. Ну давай расскажи план-то какой-нибудь работы. А что план? У меня план один. Смотреть за... Деньги. Ждем деньги, да. Покупаем металлы, да. Дорогие олигархи, срочно нужно заказать что-нибудь у нас. Срочно. Нет. Не такие деньги мы ждем. Мы такие ждем, но... Но такие тоже у нас пролетают. Да. Я сегодня реальные деньги жду. Человек подходил, сказал, перевез. Да, то есть вкратце история. Приехал нормальный человек, который любит художественную ковку. Да. Заказал то, что ему необходимо, все обговорили, все счастливы, все довольны. И через какое-то время он получит результат. То есть я думаю, что и потом начнется, как там, у них там огромный дом. То есть я чувствую, что мы это все превратим в искусство. Ну, хотят, да, двигаться дальше, и на одном только изделии шутится. Много хотят. Вот сейчас ждем конкретно определенную сумму, чтобы начать работу. Да, и надо людям сказать, что сейчас у нас скидки новогодние. То есть вы можете... Всегда скидки. Можете срочно приобрести любую продукцию со скидками. А, кстати, у нас паровоз стоит, мы можем продать. В том году ты ее рекламировал. Да, ну... Вот с буржуйкой. Да, ну то есть вы видели, да, паровоз, вот у нас буржуйка. Сейчас я пойду покажу. Давай. Там... Пожалуйста, приобретайте. Да, цену я вам по почте могу сказать. То есть вот такой вот этот у нас... Мангальная зона, то есть там ставится печка, на ней ставится мангал, все готовится, так что пожалуйста. Вот то есть паровоз, то есть каминные принадлежности, пожалуйста. То есть кому надо, пишите в личку, спрашивайте. Пожалуйста. Пожалуйста, без проблем. Да, продается. Так что вот такой кратенький день, потом будет завершение дня, то, что ребята сделали. Ну, а по процессам я уже отдельно все вам покажу. Так что все, увидимся еще. Так, а сейчас у нас Павел Григорьевич переносит дымник на рабочую поверхность стола. Павел Григорьевич, рассказывай. День добрый. Ну что, ну вот у нас есть такой вот эскиз, скажем так, рабочий. Ну, эскиз они уже видели. Это не какой-то там не самый красивый. Рисунок это просто рабочий эскиз, что из чего будет представлять. Сейчас вот мы переносим один к одному, значит, на рабочую поверхность стола, да, как было ранее сказано. Вот. И на нем будем, значит, проводить все манипуляции. То есть подгонки, сварка, расчеты. Вот. Сейчас вот набросали, посмотрели по пропорциям, как тут. Ты приложи будет эту рыбу, пожалуйста. Да, видно ли будет. Сейчас отойду. Вот так вот. Я сделал тут уже заготовки карпа. Большой, маленький. Ну, примерно вот так вот будет. То есть вот там будет дымник. Видно, что-нибудь тут. Видно там чуть-чуть. Да, вот и вот видите, то есть на рабочем столе перенесли, посмотрели. Тут у нас еще дебаты сейчас. То есть пока все в процессе идет. Сейчас начнется все дальше. Так что кратенько как-то так. Да. Все. Да. Самое главное, чтобы видели весь процесс, как это все делается. Павел Григорьевич, там видите, какие-то крокозябли вырисовывают. Ну, я тут рисую вот такую штуку. Значит, будет вырубка красивая. Вот раз ее. Все нормально, да. Вот. Все, отлично. Отличный будет дымник. Тут еще хитрость про хитрость потом. Какая?
Ну, трубка-то, которая. Или сейчас расскажем. Да, или потом. То есть заказчик попросил, рассказывай, Павел Григорьевич. Он не то, что попросил, он такой, как ребенок, а вот бы мне бы, вот если бы еще изо рта у нее дым шел. У рыбы. И все. Мы с Андрюхой такие говорить ничего не стали, цену не стали набивать. Думаю, давай попробуем, что со временем интересно стало. Ну, в общем, решили мы сделать так, чтобы изо рта шел дымок. В общем, ты конструкцию-то расскажи про конструкцию. И сделаем, значит, отверстие вот вверху в дымнике, в крыше. Тут трубочку пустим, трубочка пойдет вдоль туловища и выйдет изо рта рыбки. И в теории, в нашем понимании, что часть дыма все равно отсюда должна периодически выходить, если даже не постоянно. Да, но это мы узнаем только после того, как установят дымник. Либо мы положим на горн, поставим, и если дым пойдет, мы счастливы. Но нет. Да. Надеемся, что пойдет. Так что должно, да. Да. Как-то вот. То есть везде свои нюансы. Такая вот изюминка у нас тут задумана. Все, работа продолжается, потом увидимся еще. Давай, да. Павел Григорьевич, давай мысли где-нибудь. А, я тут встрял, смотрю, маленькая передышка у меня. Андрей Владимирович делает нижнюю губу. Но я так сам издалека поражаюсь, как он это все видит в голове. Увидел, придумал для себя в голове, как в компьютере в 3D, в 5D. Вот, выкройку сделал примерно, представляем из бумажки. Сейчас делает ее в железяке. И похоже, что вот пока там как бы дрянь-дрянью, но смотрю, он ее примерно один раз так мне понравилось, как настоящее. Да у него все настоящее. Да, ну вот сейчас посмотрите. Он правда сегодня от меня бегает уже, скрывается? Бегает, я там на столе работаю, смотрю, Серега мимо меня носится, круги наматывает, за Андрюхой бегает, не успевает. А он втихняк от него губу одну уже сделал. Да, там втихушечку от меня спрятал такую, сидит, улыбается. Да. Улыбается он. Ну, наверное, боялся, вдруг не получится, чтобы не простоволосить. Да, от меня не уйдешь. Вон, ну-ка иди глянь, или чего, не примерил. Не, он вторую сейчас еще. Он сейчас, я за ним потихоньку наблюдаю, как бы нормально. Он только начал ее делать. Да, первую, да. Не, он вторую, он две уже, у него две там. Он уже две, он сейчас. Побежали? Давай, побежали, он сейчас гнуть будет. Вот они людей. Да я смотрю уже тут, капец, он не успевает. Сейчас он гнуть будет. Сейчас он вторую будет еще делать. Это максимально облегчает себе труд, чтобы не руками колотить, а под молотом. Это можно делать, если то делаем под молотом. Руки не железные. Если голова работает, можно придумать. Да. Лучше один раз ударить, чем 25 раз молотком. Да. Все под молотом не сделаешь, потому в таких художественных вещах в основном 99% все делаешь. Да. Вон, видите, уже рыба там все уже. Стоит сейчас голова, то есть нижняя челюсть. Наверное, не все это видят, а может быть вообще мало кто видит, что там получается. По-моему, кусок железа, так если с дилетантской точки смотреть. Ну да. Не, потом все соберется, конечно, будет круто. В комплексе получается, вроде хорошо. Так что вот так, видите, он там с губой борется, он сейчас примеряет губу. Я маленько тут попылю, последнюю сейчас сделаю, потом фактуру будем покажу. Все. Потом прикинешь, Андрюха, померить его туда. Ладно. Я как раз сейчас присяду нормально так. Как раз на уровне вот так вот. Вот так вот. О. Вообще нормально. Зачет, все, отлично. Круто. Так, ну день у нас идет. Сегодня сколько у нас уже? 16:00. Да. Павел Григорьевич. Вот он сейчас сделал лекало из картона. И переносит все потихоньку на металл для дымника. То есть работа кипит у нас, да, Павел Григорьевич? То есть потихоньку, видите, он берет остатки там обрезков. Обрезки, конечно, всякие. И потихонечку все переводит, потом вырезает и обрабатывает.
Там уже где-то уже готовая одна. А вот полуфабрикат. Вот полностью, полуфабрикат готовый. Она как бы почти готова, просто она ее поправить надо и до ума довести. Ну, да, то есть это чуть нюансы уже остались. Да, так что вот все быстро-быстро двигается вперед. То есть видите, он все переносит. Никаких лазерных технологий, никаких ноу-хау. Да, все по старинке. Да, все по старинке. Так что как-то так. Ну что, рабочий день близится к завершению. Да, ребята? Да. Какой там, 5:30 уже, ребята до 6 работают. Работа сегодня... Домой хочется. Проведена колоссальная на сегодняшний день. Андрей Владимирович сегодня просто вообще молодец. Он столько работы сделал, что обалдеть. Потому что карп становится все более похож на карпа, потому что он сделал, доделал половинки, головы, глаза к головам, хвосты. Павел Григорьевич там тоже много всего сделал. То есть, ну, Андрей Владимирович сегодня вообще герой дня просто. Так что вот. Ну, перехвалил прям. Да, что ты уж перехвалил-то? Ютуба. Ты звезда Ютуба. Тут вот такая рыба. Вообще. То есть, там, он, видите, хитрость готовится. То есть, расскажите про хитрость-то. Какую хитрость? Ну, про трубу-то, про вот эту. А что хитрого? Загнули трубу. Да нет, ну там... В которой должен пойти дым. Назначение. Но мы говорили сегодня уже, кстати, в начале дня. Да, да, да. Да. То есть вот она уже там получается... Сейчас, подгоняем все детали, заранее приготовленные. Все сделаем подгонку. Потихоньку сформировывается все, да. Отпиливаем туда, там, да. Тут работа еще умотаться. То есть видите, тут... Да, много еще. Не вся алиментная база, но тут головы... Там глаза там где-то валяются. То есть тут капец вообще. То есть потихоньку, полегоньку. Но еще у нас пятница и та неделя. И будет какой-то результат. Ну на той неделе будет. Да, уже там более-менее. Так что пока работа думаю, кипит. Сделаем, наверное. Трудоемкая. Большую часть, по крайней мере. Ну вот это очень трудоемкая работа. Да, конечно. Очень. Ну она как бы это... Стоит не тех денег, которые мы берем за эту работу, но да, просто больше не взять людей. Кризис. А сделать интересно. Кризис, да. Вот именно что интересно. Поэтому и делаем. То есть бывает просто мы беремся за ту работу, которая интересна. Да. Да, не просто там уже, ну, просто... Не как... работа ради зарабатывания денег, а уже, ради интереса. Уже, уже миллиарды заработали. Жить-то, да. Бывает приятно, правда, работать, какие-то вещи делать, удовлетворение получается. Да, да, да. Тут уже такая творческая работа. Ого-го. То есть не все измеряется деньгами. Да, так что вот так вот. Ну вот на такой ноте позитивной. Там весь процесс тоже сегодня отснимали, то есть будете смотреть ролики, и уже будет видно, как там, что там. То есть ребята вообще молодцы на самом деле. То есть просто вообще. Вот Андрей Владимирович сегодня он так... Всем всего доброго, всем пока. Все.